Если ты нам... не взорвешь бомбу, я ее сейчас сам взорву. Не-не-не, Серега, я хочу тебя убить. Ты готов умереть? Нет. Говно, а? Идеи, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Кити, Васаби Скромник, Серега, Крошка Крошка, Гусь Санек, Данила, Редиска. Пацаны, поздоровкайтесь! Всем привет! Привет. Всем привет! Всем здорово! Как вы уже поняли с превьюшки и названия ролика, мы сегодня играем в Гаррис Мод, и у нас сегодня монстры Хендерсона в Gravity Falls. Пацаны запрятали бомбу, а я должен найти ее и взорвать. Если пять кружки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Погнали. Поначалу попробую на тупую, смогу или нет. Что пацаны мне могут предложить? Придется тебя убить, ты мне уже надоел. Отвали, щенок, отлично, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Мы стараемся записать что-то очень веселое. Ого, как вы мне тут кровавый понос сделали. Отвали. Ты пулеметчик. Хорошо стреляет, хорошо. Вижу бомбу. А нет, это не бомба, то какие-то трусы сушатся, Серёгины. Подходите сюда. Дайте зайти-то, но... А расслабьтесь, пацаны. Хорошо. Хорошо, первый, блин, комом, но и мы не расстраиваемся. Берем другого сиреноголового. Это из жизни. Попробуем сделать по-другому. О, сиреноголового, котопса. Серега, молодец, заметил. Там на крышу. Слышь ты! Слышь. Да, я хочу через крышу попасть. Сразу поближе к бомбе. А там через крышу нельзя попасть. А, нельзя. Ясно, там через крышу нельзя попасть, там бронированный. И в жопу. Тихо, где он? Так, вы, пацаны, не умничайте здесь. Понял. Он в дом зашел. А на каком этаже? Не знаю. Так, пацаны меня хотят убить сильно. А, он на первом этаже, у лестницы. На лестницу забрался. Ой-ой-ой-ой, неплохо. Ой, хорош. Хорош, пацаны, я убийца, вы что, не знали? На втором этаже, что ли? Да, да. Серега, беги. Где бомба, подлец? Дорогандия. А вы ее заныкали не в подвале, чтобы я мог туда... Я ж не доберусь туда. Нет. В доме, да, заныкана? Я только и Максим знаем, где бомба. Понял. Так, Кити, будешь взрывать что-то, я тебя забаню. Значит, бомба где-то возле Кити. Я знаю куда. Я знаю, где Серега. Серега ныкал или кто ныкал бомбу? Я ныкал. Я знаю, где ты заныкал. Где же заныкал? Обстоятельства. Мне это Максим показал. Да? Это не по логике, Серега. А что, не, логика Максима здесь спрятана. Знаем только я и это крошка, крошка. Серега бы не догадался, если бы я надоел, спрятал. Через дверь убил. Еще такое место, прям подходящее для бомбы. Я должен найти бомбу. Найдешь. Она в доме или на улице? Давайте я подсказку, но реально долго буду искать. В доме. В доме, да? А если найдешь, то ты, мне кажется, ее фиг это забьешь. А бомба большая или маленькая? Средняя. Средняя. Ну не консервная банка? Нет. Ха-ха, консервная. Кан горит. Да блин, отвалите. Надо бомбу найти. Ясно, чтобы попа не погасла. Эти еще... Ой, извиняюсь, обстоятельства. Ну, твои обстоятельства такое себе, Серега. А вот тебя не жалко, Дима. Мы будем мстить. Тебе. А что? Так где же бомба, а? Признавайтесь. А вы же дом разломаете, чем бомбу, скорее всего. Почему Амогус стреляет через него пулеметом Сириус? О, привет. А вот это... Так, тут я был, тут я... А, или диско. А какая бомба цветом? Черная или зеленая? Темная. Темная. Может где-то здесь. Ой, обстоятельства. Наша цель тебе. А блин, а где вы ее заныкали? Мы ее в доме заныкали. В доме, на первом этаже. Вы уже тут расстреляли полкарты, но бомбы нет. А вы просто, знаешь, это так...
Она в текстурках. А, ну так конечно, если Серега прятал, она конечно будет. Да, она в текстурках. Это же кажется. Да, пацаны, я не ожидал от вас такого. Она не в текстурках, это была ловушка. Я сам не знаю. Ну блин, ну где же бомба, ну пацаны. Ну ты сдаешься? Да не, хочу, чтобы дали подсказку, я попытался все-таки как-то взорвать. Первый этаж. Так. Лежит где-то. Теперь ее надо. Лежит. Она, наверное, подвешена в воздухе где-то. Нет. Она на чем-то лежит. Смотри, давайте внимательно. Вот я сейчас буду прям не провтыкивать, а все идти. Просто, знаешь, ты на нас такая. Вы, может, обманываете меня? Нет. Не, мы те люди. Да, мы те люди. Серьезные? Мы это конченые, на самом деле. Отстань. На тебе за то, что ты бомбу кончил, заныкал. Ну смотри, я уже весь дом обыскал три раза. Так это не он ныкал, это Серега. Да какая разница, виноваты все. Ну блин, а. Ну я не могу найти бомбу. Серега поднялся, виноват Максим, понял? Так, давайте в окна позаглядываем. Так будет быстрее даже в комнатах, если надо поискать. Да прикол, Дим, ты ее на 40-50. То что? Эту бомбу раз 40-50 прошло. Я предполагаю, где бомба? Ну я просто думаю, может, вы и текстурку поменяли, да? Нет, вообще ничего не меняли, просто положили сверху. Сверху. Я сделал от первого лица. А, я не могу от первого лица сделать. Печально. Я могу только тебя. Читер! Да не то нажал. Ты вас убивай меня. Я предполагаю. Сделал от первого лица, и теперь я ее должен точно найти. Иди отсюда. Так, смотрите. Вы... Первый этаж. Сейчас я ее точно найду. Блин, пока эта тварь будет меня мочить. Хорошо. Пацаны, а вы радуйтесь? Радуйтесь, конечно. Это же радость. Че, это пусть тебе помогает, кто умирает или нет? А вы задрали, отвалите. Это тебе на дорожку пулю. Извини. Знаете, как они заныкали, твари? А жареных гвоздей не хочешь, Дим? Не надо это мне подсказка. Ничего, я хочу найти бомбу. Это была подсказка, зачем да? Тебе бомбу? Да, отвалите. Ой, ё-моё, а. Ты так, знаешь, нашел где бомбу или нет? Дим, сдаешься? Не. Сдавайся. Не буду. Это сложный трус. Отвали! Да что должен сдаваться, если она где-то лежит на видном месте? Да. Она не совсем на вид. Подсказку? А, вы уже, оказывается, не на видном месте, да, лежит? Я понял. Не, она... Дим, это подсказку тебе дать тебе какая-то. Да, давай. Магазин сувениров. Ооо, так это же на входе, вот здесь вот. Валите, это мой дом. Это мой дом. Вы кто такие? Я вас не знаю. Нету здесь бомбы, Серега. Есть бомба, ты просто не видишь ее. Обстоятельства. Повнимательнее надо быть. Да вы... Уже на крыше? Нет. Смотрю, кроме пол. А, стой! Вот тут она. Нет. Она в шкафу лежит! Нет. Димас, посмотри внимательно под автомат, где снайперка. Я ее увидел. Она лежит там, где шкафчик, глаз летающий, она на шкафу лежит. Да. Я ее увидел. Да. Я когда был трупом, я посмотрел, где она. Ах, вы подлецы! Вы мне что, решили обмануть? Хорошие ребята, Серега! Я буду жаловаться! Вот это один у меня, смотрите, что делает. Так, теперь осознай, где лежит все, бомба. Все в эту комнату, ребят. Серега, теперь вы должны очень жестко защищать. Прям очень сильно. Вы готовы? Я не знаю, куда перепрятать. Да. Давай вот сюда перепрятать. Никуда не буду перепрятывать, все, успокойтесь. Сидите тут быстрее. Он до чужого. До ход краба. Чужого? Он чужой, краба. Да, он чужой. Закрой. Ребята по углам встали все. Да, как они испугались так. За то, что играю за чужого. Рёбно? Кити. Я ничего не бил тебя. Действительно. Действительно. Крошка, среди там, он может оттуда зайти. Я уже внутри. Я уже в помещении, иду по комнате.
Сережа, я тебя вижу. Правда, ты не идешь. О, он в меня вселился, я... Димас, это так просто не проверил. А ты тварь, ну хорошо. На пятой секунде. Серега. Да. Он вселился. Отлично, отлично. Отлично, ребята, отлично. Кого он вселился? Я не знаю, я А, ну я читаю 10 секунд. А, тварь увидел меня. Ну блин, а. Я сюда. Блин, смотрите, что вы растерзали там полы просто в порошок. Да вы отвалите от меня. Залез. Да вы задрали меня уже. Да Серега, дробочист, дробочист. А я там сам, Ой. Китти убежал, молодец. А зачем Китти это сделал? Не знаю, он дробочок. Молодец, Китти. А зачем он реально убежал-то? Зачем? Пацаны, ну что, теперь я надеюсь, вам уже будет не так легко. Я сдаюсь, стою смертным. Круто, круто, круто. Так, где Серега? Так, Серега вообще, блин, на каких-то футболках так слез. Так, на столе. На полочке. Сидит на полочке. Так. Если ты не взорвешь бомбу, я ее сейчас сам взорву. Не-не-не, Серега. Я хочу тебя убить. Ты готов умереть? Нет. Говно, а? Через стену. Вы чё, вообще обалдели, Серега? Что? Да. Вы что, обалдели? Да. Это я тебя убью. Тихо, кто там сзади снимает? Кто это шмаль? Да, Дима, ты что ли какашка? Да я, блин, проиграл, я не могу выиграть вас. Я хорошее место. Я могу сказать с уверенностью, что вы выиграли. Ну не смог. У вас очень сильная команда была. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. И не забываем, ребята, что мы на моем канале можно стать спонсором и получить классные монзы и ролик. Погнали. Блин, вы че? Это сейчас.